Оля, доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, что сегодня, 3 апреля, будет происходить здесь? Ну, как бы мы хотели искупать лошадей сегодня, ждали, что хозяин привезет воду, то есть конюхи звонили хозяину, просили дать деньги на воду, но как бы воду нам никто не прислал, никто не налил. Из-за этого мы купать сегодня не сможем лошадей. То есть на питье у них вода есть, а на то, чтобы купать, уже не хватит. Вот, поэтому как бы мы сегодня просто с ними погуляем здесь. И все, что мы можем сделать сегодня. Дышать нечего. Ань, почему вас все называют лошадиной мамой? Потому что это мои приемные дети. У меня 2 родных и 7 приемных. Откуда у вас возникла вот эта страсть и любовь? 3 года, когда увидела лошадь. И? Влюбилась. И потом вся жизнь моя была с лошадьми.